Вот в Мариуполе. Вот сейчас, вот это происходит сейчас. Вот прямо, когда мы с вами сейчас разговариваем. Значит, позвонили из правительства, из Киева. Вышли на наших военнослужащих. Предоставьте коридоры для выхода граждан. Конечно, наши тут же отреагировали. Тут же. Приостановили даже боевые действия, там все. Смотрели, что происходит. Не выпускают никого. Вы понимаете, что делают? Никого не выпускают. Прикрываются как живым щитом. Ну, кто это? Конечно, неонацисты. И мы фиксируем там же наличие боевиков с Ближнего Востока, из некоторых европейских стран. Ну, мы знаем, речь их слышим в эфире. Принимают так называемые джихад-мобили, ну, то, что вот, начиняют взрывчаткой автомобилей и гонят на войска. Но ничего у них не получается и не получится. Но кто они такие, если не неонацисты? И вот именно такими действиями они и разрушают свою страну и свою государственность.